Я же тебе говорила, что мы здесь уже были. Нет, не были. Ну почему ты никогда меня не слушаешь? Если бы мы тогда свернули, мы давно бы уже отсюда выбрались. Нет, не было там дороги. Не было. Я не хочу здесь оставаться ночевать. Что это было? Я ничего не слышал. Вить, мне страшно. Пойдем. Тебе показалось.
Ты что здесь делаешь? Я не знаю. Послушайте. Не поворачивайся. Я не поворачиваюсь. Кто такой? Я не знаю. Послушай. Не поворачивайся, сказала. Я не поворачиваюсь. Вор? Нет. Я не знаю. А ну пошел отсюда. Тихо, тихо, лежи. На, пей. Как тебя звать-то? Случилось, я ничего не помню. Очнулся в яме, в голове страшная боль. Иду по лесу, а внутри ничего, пустота. Не верите? Если бы я был вор, то зачем же мне мыться? Ну и что мне теперь с тобою делать? Не знаю. Я не знаю. Спасибо, что пустили переночевать. Спи.
Вы знаете, после последнего раза она стала предметы различать. Вы продолжайте поить строго, как я вам сказала, ладно? А через 2 недели обязательно опять приходите. Хорошо, спасибо. Нам ведь все врачи отказали. А вы верьте. Так верим. Иначе-то как? На то мы держимся. Правда, Зоя? Правда. Ну вот и хорошо. Скажи тете Тане до свидания. До свидания. Ладно, идите. Тебе по-хорошему к врачу надо? Не надо к врачу. Что, врачей боишься? Да я сейчас всего боюсь. Мало ли кому я там помешал. Не выгони меня, а? Ладно. Живи пока. Пока не поправишься. Значит, говоришь, фотографий у тебя нет? Нет фотографий. Ну, лет 38, высокий, волосы темные. Ну, а зовут-то его как? Да не знаю я, как зовут. Он не помнит ничего. Найдем, что сообщим. Ага. Давай. Хорошо. А может быть, Андрей? Михаил. Александр. Ничего общего. Ладно, будешь Иваном. Разрешите представиться, Иван. Иван. Очень приятно. Татьяна. Приветствует информационная служба телекомпании НТВ. Это программа «Сегодня». Коллекция Вишневского и Ростроповича не пойдет с молотка. Ее купили оптом и вернут в Россию. Уже известно имя покупателя и примерная сумма сделки. Таня, ну пожалуйста, но у меня деньги есть. Я тебе не гадалка и не цыганка ворожбу ворожить, понятно? Придумала тоже. А люди говорят... Говорят, кур доят. А ты не слушай. Люблю его! Любишь, вижу. Кто ж настоящую любовь покупает? Знаешь, ты не бегай за ним. Любит, сам придет. А не любит, зачем тебе такой? Ну ладно, ладно, иди сюда. Ну тихо.
Ты иди домой, валерьянки выпей. Ладно? Ну, чего ты? Не приходи ко мне за этим больше, не приходи. Иди, давай, давай. Настоящая любовь, она время свое знает. Иди. Иди, тебе говорят! Иди! Новость о досрочной продаже коллекции застала покупателей буквально у выставочных стендов. В последние дни десятки клиентов приходили в аукционный дом посмотреть на собрание, оценить вещи. Готовились к жаркой борьбе, но проиграли торги за день до начала аукциона. Сегодня утром стало известно, всю коллекцию Ростроповича Вишневской купил неизвестный. А что это ты с ним сделал? Он уже полгода как не работает. Покупатель из России. Не знаю, само получается. Клиент собирается провести собрание в Москву. В пятницу поздно вечером. Помолодел. Мы получили предложение, которое соответствовало всем параметрам. И в течение этих ночей согласовывались условия контракта. Ну что, узнаешь что-нибудь? Улицы чужие, дома чужие. У меня тут дело есть. С подругой надо встретиться. Ты погуляй здесь. Не потеряешься? Да куда я денусь? Ты посиди вот здесь, ладно? Я скоро. Давай. Тебе что, жить надоело, что ли? Все, 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 извините. Ну, наконец-то я тебя нашла. А я, кажется, курю. Лучше ты что-нибудь хорошее про себя вспомнила бы. Я не из этого города. Тихо, тихо. Все хорошо. Тихо. Тихо. Ну что ты? Меня хотели убить. Тихо, тихо. Все хорошо. Я должен узнать, кто. Только это очень страшно. Все хорошо. Тебе помочь? Да не надо, еще привыкну к мужской силе, отвыкать тяжело будет.
А ты давно здесь живешь? Давно. Нравится? Нравится. Одной нравится? Одной нравится. А что ты так смотришь? Как? Так. Таня, а зачем бочка? Не знаю. А что она в лесу валяется? Ну да. Знаешь, меня пугает мысль о собственном прошлом. С одной стороны, я вроде хочу все поскорее вспомнить, а с другой стороны, я же как заново родился, все в первый раз. А мне кажется, это хорошо. У тебя есть возможность начать все сначала. Может, я все-таки с тобой пойду, а? Да не волнуйся, я сам. Уверен? Да. Ну, ладно. Иди. Скажите, это Первомайская, дом 4? Да? А вы Татьяна? Да, я. Мне в милиции дали ваш адрес. Простите. Это вы дали объявление? Да, я. Я Мария. Пойдемте. Спасибо. В дом. Сашенька исчез 2 сентября. Он вышел в магазин и не вернулся. Я ждала его всю ночь. Позвонила сыну, мы искали, но Саша так и не появился. Этот человек... В моем доме живет совсем другой человек. Вы уверены? Да, я уверена. Но ведь все же сходилось. И еще раз извините за беспокойство. Здрасте. Я не спросил, какой торт ты любишь. Что с тобой? Саша. А кто это? Что происходит? Ты мне можешь объяснить? Это твоя жена. Я не понимаю, я не могу этого понять. Не понимаю, что ты меня не помнишь, что ты вообще ничего не помнишь. Этого не может быть. Ты сказал, у меня есть сын. Да, ему 20 лет. Ну? Как вы меня нашли? Татьяна дала объявление. Татьяна? Мне надо с ней поговорить. О чем вообще ты можешь с ней разговаривать, а? Почему ты мне не сказал, что дала объявление? Значит, ты все-таки Александр. Почему ты мне не сказала? Я не знаю. Сначала мне казалось, что так правильно.
Ты прости, я ее обманула, потому что мне очень страшно тебя отпускать. Кто сказал, что она моя жена? Ну почему ей должен верить? Таня, я подожду тебя в машине. Это твои любимые сигареты, ты без них как без рук. Ты так говорил. Но это ничего не значит. Я жду в машине. Ты должен поехать, понимаешь? Ты должен поехать и во всем разобраться, потому что если ты этого не сделаешь, то ты будешь жалеть всю жизнь. Татьяна, мы вам что-нибудь должны? Ну, я имею в виду за информацию вообще. Спасибо. Саш, ты только их куришь всегда. Твои любимые. Саш, посмотри на меня. Ну ты что, смотришь и совсем не узнаешь меня? Ты что, не помнишь, что я твоя жена, правда? Саша, не чувствуешь ничего? Не знаю. Совсем на себя не похож. Ничего. Господи, как я испугалась, что я тебя не найду. Алло. Да, нашла. Не помнит ничего. Ну вот так не помню. Сейчас я его тебе дам, поговоришь. Что значит не надо? Саш, возьми телефон. Поговори с сыном. Да. Да, я ничего не помню. Я не знаю, как это произошло. Хорошо. Ничего. Дома, среди своих, ты потихонечку все вспомнишь, и все наладится. Я правильно говорю? Как его зовут? Кого? Как зовут сына? Митя. Его зовут Митя. Как можно забыть имя родного сына? Это твои книги, твои записи, твои журналы. Саш, хочешь побыть один? Ты не молчи, ты поговори со мной. Это что? Ты врач. Ты заведующий хирургическим отделением в больнице. А дома? Дома ты любишь ходить вот в этом. Я специально ничего с ним не делала. Не стирала, не трогала, потому что верила, что так ты скорее вернешься, Сашка.
Сашенька, побудь один. Ты сказала, я на себя не похож. Каким я был раньше? Разным. Можно сказать, очень уверенным в себе человеком. Даже в чем-то бескомпромиссным. Ты всегда твердо знал, чего ты хотел. А какой у меня был характер? Нельзя сказать, что ты был легким. Ты... Нам хорошо было вместе. Было. Я хочу спросить, каким я был мужем. Это Митя, я пойду открою. Это наш. Это твой сын. Ну что, так и будете смотреть друг на друга? Привет. Привет. А ты что, правда ничего не помнишь? Саш, ты уверен, что хочешь спать здесь? Да. Хорошо. Наверное, нам всем просто нужно время. Все наладится. Да? Я выключу свет. Спокойной ночи. Здравствуй, Леонид. Привет. Заходи. Ну, как он? Плохо. Ну, ладно. Возьми. Ну? Где там наш Иван? Родства не помнящий. Ну, привет.
Ну, познакомь нас, Мария. Даже неловко как-то. Это Леонид, твой коллега. Он обещал нам помочь. Ничего не помнишь? Mm-mm. Ну, ничего. Поправишься. Никуда не денешься. У Ленечки есть очень хороший врач. Какой врач? Ну, перестань, перестань, Саша. В психушку тебя никто отправлять не собирается, но согласись, консультация специалиста необходима. Я вообще-то был твоим самым близким другом. Да. Ладно. Не будем терять время. Маша, собирай его. Я жду в машине. Сашенька, поехали. Ну, пожалуйста. Не успел позавтракать. Где вы сейчас? Что вы видите? Не знаю, темно. Лес, кажется, это лес. Вы один? Нет. Нет, здесь кто-то есть. Темно, я ничего не вижу, мне страшно. Не бойтесь, вы в безопасности. Попробуйте сосредоточиться на том, что вы видите. Просыпайтесь. Скажите, вы видите связь между тем, что вам удалось вспомнить, и вашими ночными кошмарами? Да. Это одно и то же место. Только я не смог разглядеть человека, который со мной был. Прошу прощения. Игорь Петрович, прошу прощения. Как вам кажется, насколько быстро может вернуться память? Спешить ни в коем случае нельзя. Надо двигаться постепенно. Это верно. Вашу память, Александр, блокирует страх. Надо от него избавляться. Почаще бывайте с женой, с друзьями, в тех местах, где вам спокойно, комфортно. Сколько времени потребуется на то, чтобы воспоминания восстановились, я сказать не могу. Надо набраться терпения и ждать. Это вам. Записывайте сюда все, даже мельчайшие подробности. Как бы попробуйте вести дневник, но не показывайте его никому, даже мне. Это вам поможет установить утраченную связь с реальным миром. Спасибо. Удачи. Да, он действительно ничего не помнит. Совсем. Это еще хуже. Видеть его не могу. Я не могу притворяться. Лучше бы он умер, честное слово. Да. Thank you.
Опа. Привет. Ну, как вы тут без меня? А на чем ты приехала? На машине. Не на своей? Нет, я свою из ремонта забрала, она опять не завелась. Меня коллега подвез. А ты что, ревнуешь? Интересуюсь. Митенька дома? Ушел куда-то. А скажи, он ко мне всегда так относился? Как? Как к врагу. В последнее время у вас были довольно натянутые отношения. У Мити переходный возраст, он ищет себя. Полгода назад неожиданно ушел из института. Сказал, что не хочет идти по твоим стопам. Расхотел быть врачом? Вы поссорились. Ты перестал с ним разговаривать. Я пыталась вас помирить, но он ушел из дома. А сейчас вернулся? После того, как ты пропал. Мне была нужна поддержка, и он помог. Вернулся. Саша, я очень хочу, чтобы он остался. Я очень за него беспокоюсь. Он замкнутый, он все время о чем-то думает, но никогда ничего не рассказывает. Я очень за него боюсь. И я боюсь, что вы снова с ним поссоритесь. Не бойся. Лучше расскажи мне о нас с тобой. А что бы ты хотел знать? Ну, все ли у нас было хорошо? Саша, все хорошо не бывает. Мы с тобой любили друг друга. Очень. А у меня были какие-нибудь хобби, увлечения? Саша, у тебя была работа. На нас с Митей очень мало времени перепадало. А так, она с тобой, я вообще не говорю двоих. 8 марта, операция. День свадьбы, операция. Сашуль, ты трудоголик. Расстегни, пожалуйста. Забыл. Обычно ты меня целовал. За что? Он меня полюбил. Сам. Просто. Но я здесь ни при чем. Все равно спасибо. Ладно, ты иди.
все поняла, я все чувствую. Привет. Привет. Молодец, что пришел. Здравствуйте. А кто будет оперировать? Я буду оперировать. Хорошо. Ну что, пошли? Ну что ж, ну чего ты боишься? Пойдем, вспоминать будешь. Угу. Прошу. Проходи. Узнаешь? Присаживайся. Это твой кабинет. Да-да. Ты был заведующим хирургического отделения в этой больнице. Но когда ты пропал, кому-то нужно было руководить. И назначили меня. Но ты не беспокойся, я всего лишь ИО, исполняющий обязанности. Я думаю, в ближайшее время мы все это изменим. А это твой любимый календарь. Да-да. Я ничего без тебя здесь руками не трогал. Пойдем дальше. Заходи. Ну, знакомься. Александра Александровна, терапевт. Как вы себя чувствуете, Александр Васильевич? Нормально. Петр Сергеевич. Когда думаете вернуться к работе? Анестезиолог Филиппов. Ну что, с возвращением. Стоит отметить. Дай-ка на тебя посмотрю. Может, что изменилось? Ну? Постарел ты, что ли? А морда такая же самодовольная. А что смотришь? А? Не узнаешь? Бросишь притворяться, а? Знай мы эти твои шутки. Вы о чем? Надо же. Какие мы вежливые стали. Раньше ты хорошей манерами не отличался. А теперь смотри-ка, на, вы перешел. Я о твоей забывчивости, Сашенька. Да ну ладно, не бойся ты так. Я просто поглядеть на тебя пришла. Нагляделись. А ты кто? Да любовница твоя. Ой. Арина, не узнаешь? Mm-mm. А так? Скажите. Что? А у нас с вами что, была любовь? Что ты смеешься? Ну, знаешь, такой вопрос. А что в нем? Не твой вопрос, Саша. Совсем не твой. Thank you.
Я вас слушаю. Мне нужны телефонные базы области. Привет. Привет. Ты дома? А что, не видно? Извини. Просто хотел узнать, чем ты занимаешься. Ты где-то учишься? С некоторых пор нигде не учусь и ничем не занимаюсь. А что так? Да так. Цели в жизни нет. У тебя что-то случилось? Ты не помнишь. Митя, ты же знаешь, я ничего не помню. Если я что-то должен знать, то сейчас самое время об этом рассказать. Ты мне тачку обещал за небольшую услугу. Услуга выполнена, а тачки все нет. Давай, пап. Вспоминай. Привет. Спасибо, что пришел. Ну, о чем ты говоришь? Что желаете? 50 грамм коньяку. Какого? Российский, армянский, дагестанский. Покрепче. Девушка, ну, принесите что-нибудь по своему вкусу, а мне чашечку кофе. Угу. Спасибо. Хорошо. Плохо выглядишь. Проблемы со сном? Со сном тоже. Понимаю. Кто ты был, Саша? Да не важно. Я поговорить с тобой хотел. Да-да, конечно. Я решил не возвращаться в больницу. Саня. Ты с ума сошел? Подожди. Давай не будем торопиться. Такие вопросы не решаются с бухты-барахты. Я уверен, пройдет время, ты обязательно все вспомнишь. Правда. А если то, что я вспомню, если вспомню, мне не понравится? Ты из-за должности, да? Обиделся? Я же тебе говорил, я всего лишь ИО. Не сладкий.
Мне кажется, пройдет время, и мы обязательно во всем разберемся. Да я в себе разобраться хочу. Я, кажется, был не очень хорошим человеком. Если я тебе что-то плохое сделал, извини. Я серьезно. Давай-ка мы сначала все вспомним, а потом будем прощения просить. Спасибо. Кто будет добавку? Мне не надо. А ты будешь? Мы так и будем сидеть в гробовой тишине. Нет. Я хотел поговорить с Митей. Митя, я действительно ничего не помню. Ну, конечно. Но, судя по рассказу твоей матери, в ситуации с тобой я был неправ. Да что ты говоришь? Ну, насчет института и вообще. Я прошу у тебя прощения. Официальная часть закончена? Я могу уйти? Делай, что хочешь. Подожди. Он привыкнет. Все наладится. У нас звонок не работает. Мы спим. А вам кого? А вы Даша Семеновна? Нет. Нет, что вы. Даша хозяйка квартиры. Вы не представляете, как нам с ней повезло. Она срочно квартиру сдавала, а нам как раз кстати. Сколько же можно со свекровью-то жить? Вы не подскажете, она в городе. Как ее найти можно? Ну, она точно в городе. Мы с ней по мобильному общаемся. А где живет, не подскажу. А вот работает она в салоне красоты на Румянцево. Это в центре. Я у нее стригусь, у нее руки золотые просто. А вы куда? А вы что, из милиции? С ней все в порядке? Надеюсь. Получилось меня убить. Живучий оказался. Но извините. А теперь еще и слежку за мной устроила.
Ты же могла меня просто отравить. С какой стати ты любовь изображаешь? Я тебя что, на привязи держал? Вот к этому не пускал. Может, мне отравиться? Или повеситься? Или, может быть, вены вскрыть, чтобы вам не мешать? Не надо, Саша. Что? Убить меня хочешь? Так давай, убивай! Давай прямо сейчас, давай и убивай! Достали вы меня! Ты меня совсем не помнишь, да? Я тебя 100 лет знаю. На свадьбе вашей гулял. А ты кто? Вместе в одной школе учились. Теперь работаем. Ну ты дурак. Почему? Любит она тебя всю жизнь, как кошка. Пылинки с тебя сдувает. Когда пропал, чуть не умерла с горя. Ну, попросила посмотреть за тобой, чтоб тебя снова в лес не увезли закапывать. Ну, просил, чтоб тихо. Знал, что бухтеть будешь. А ты предъявляешь. Хрен знает что. Извини. Ты у нее прощения проси. Я вообще тебя терплю только из-за нее. Урод. Тише, тише, Тони. Так, Миха. Что это за дорога? Кажется, это загородное шоссе. Вы идете? Нет, я еду на машине. Вы за рулем? Нет. Я сижу впереди, но машину веду не я. Постарайтесь сосредоточиться на том человеке, который ведет машину. Закат, солнце яркое. Не получается. У меня глаза болят. Очень сильно. Глаза! Глаза! Просыпайтесь. Ну что, смотрите, как мы продвинулись. Я думаю, вы близки к разгадке, Александр. И возвращению вашей памяти, и избавлению от страха. Да. Ну, продолжайте. Продолжайте все записывать. Спасибо. Спасибо, что ходишь сюда со мной. Да ну, о чем ты говоришь? Одному страшно? Понимаю. У меня, честно говоря, есть корыстный интерес. Всегда хотел посмотреть, как Петрович работает. Гипноз, конечно, великая вещь. Я думаю, ты все вспомнишь. Я позвоню. Давай. Здрасте. Здравствуйте. Вам что-то подсказать? А с Дашей Семеновой можно поговорить? Вы подстричься хотели? Может быть. Я могу записать вас к любому другому мастеру. Даша у нас не работает. Как не работает? Ну, как обычно, уволилась. А вы не знаете, где она сейчас работает? Молодой человек, у нас любой другой мастер стрижет ничуть не хуже. Да нет, мне просто поговорить надо с ней. А-а-а.
Поговорить? Ну, даже не знаю, чем вам помочь. Уволилась в один день. Говорила ей оставить какие-нибудь координаты. Обещала звонить, и ничего. Спасибо. Это Александр. Какой? Ремезов. Что ты хочешь? Нам нужно увидеться. Зачем? Поговорить. Раньше ты разрешения не спрашивал. Я хотел узнать, было ли в моем прошлом что-нибудь, за что меня хотели бы убить? В твоем прошлом было много чего, Саш. Тогда я задам прямой вопрос. Тебе лично я много плохого сделал? Если решил меня прощупать, забудь. Я на тебя зла никогда не держала. Таких, как ты, любить себе дороже. А кто-то мог меня ненавидеть? Арина, ты можешь мне помочь? Смотри-ка, память отшибла, а все равно тебя ко мне тянет. Загадка природы. А ты раньше любил со мной пооткровенничать. После секса. Про баб своих других. А я слушала. И мерзко вроде, и увлекательно, черт. Имя Даша тебе о чем-нибудь говорит? Что мне за это будет? Арин, меня убить хотят. Я просто пытаюсь понять, за что. Да, этой Даше есть за что тебя ненавидеть. Ты ей, по большому счету, жизнь сломал. И не я одной. Однажды мальчик Митя привел девочку Дашу домой с родителями знакомиться. А папа этого мальчика оказался роковым мужчиной. И девочка в него влюбилась. И интерес у них общий нашелся. Лошади. Вот так девочка и дяденька скакали-скакали. Так до постели доскакали. А девочка Даша взяла и залетела. И умный взрослый папа Саша заставил девочку сделать аборт. И бросил. А девочка Даша решила после больницы что добро пропадать? Взяла венты себе и порезала. Это неправда. Девочку спасли, но она все равно продолжала любить папу Сашу. Мальчик Митя с папой, конечно, поссорился. Институт бросил, из дома ушел. С тех пор они не разговаривают. Да, папа Саша так заботился о нравственной чистоте мамы Маши, что попросил мальчика ничего маме не говорить. И обещал ему за это автомобиль. Это неправда, я так не мог с ними поступить. Для тебя, Сашенька, нет ничего невозможного. Не веришь, спроси у своей Даши, если, конечно, совести хватит. А Мария, она знала? Жена твоя либо святая, либо дура. Ни об одной твоей бабе не знала. Ну, или не хотела знать. Она и обо мне ничего не знала. Мы же с тобой, Сашенька, умеем хранить тайны.
Маша, почему ты мне не сказала, что я занимался лошадьми? Ты не спрашивал? Нет, я спрашивал тебя про хобби. Ты мне ничего не ответила. Саш, ты сейчас опять выйдешь из себя. Я расскажу, если ты только не будешь перебивать. Да, ты действительно довольно долго занимался лошадьми. Ходил в наш клуб. Часто. Потом вдруг бросил. Как-то резко, неожиданно. Сказал, что никогда не хочешь на эту тему больше говорить. Почему не сказал? Ты вообще не любил откровенничать. А вот в этом, кстати, ты не изменился. Алло? Алло? Не слышу. Алло? Да-да, кто это? А, привет, привет. Да, я буду у ворот. Даша! Я же тебя убить хотела. Когда? Тогда, когда я была в больнице и ждала тебя, а ты не пришел. Тебе все равно. Тебя. Нет. Ты посмотри, что я с тобой сделал. Митя! Попробуйте сосредоточиться на своих ощущениях. Шоссе, закат. Вы сидите рядом с водителем. Мужчиной или женщиной? Не знаю, не вижу. Очень ярко. Сосредоточьтесь. Что вы слышите? Разговор, музыку? Нет, но... Что? Запах. Очень странный запах, знакомый. Парфюм? Нет, это... Бензин, масло, шины.
Ну что вы, Леонид? Извините, Игорь Петрович. У вас получилось. Вы близки к успеху. Но, думаю, следующий сеанс нам придется проводить тет-а-тет. Эх, Леонид, вы поставили под угрозу срыва успех той процедуры, которую, между прочим, инициировали сами. Даша, ты... Ты хотел, чтобы я тебя простила? Теперь это сделать будет проще. Ты... Да, я все рассказала. И не хочу тебя больше видеть. Ну, Сашенька, ну зачем ты на мне женился? Ну зачем было сына рожать, чтобы с ним потом вот так? Ну, Саш, ну ты понимаешь, что это ненормально? Маша! Открой, Маша! Ты же не понимаешь, что ты сделал! Идеальная семья! Я примерная жена! За одну минуту она... Сашенька, вся жизнь, да? Как же я, Саша? Ты же ничего не помнишь! У тебя же памяти нет! Тебе же все равно, что было с девочкой! Ты перед ней прощения просил... Хочешь, попросил меня прощения, и что? Ну я ведь волнуюсь, как ты себя чувствуешь, я ношусь, все наладится, а тебе же, Сашка, тебе же никто не нужен. Ты же все забыл, ты ни о ком не забудь, Саша, исчезни, я прошу тебя. Я не могу больше уйти, Саша, ну пожалуйста, я не могу, Сашенька. Я ухожу. Так лучше будет. Всем. Сашенька. Митя! Митя! Мить! Мне с тобой поговорить надо! Митя, я знаю про тебя, про себя, про Дашу, Митя! Что, Митя, тебе обрадоваться, что? Или морду тебе набить? Ты Дашу-то не трогай! Митя, просто хочу, чтобы ты меня выслушал! А что, у меня есть вариант? Нет, сейчас! Митя, я понимаю, что ты меня никогда не простишь. Я после того, что со мной произошло, я просто стал другим человеком. Это правда, Митя! Я себя прежнего ненавижу больше, чем кто-либо из вас. Мить, меня хотели убить, если это был ты. Я пойму. Зачем твое понимание? Да я тебе руки бы не стал бы марать. Ты... Митя! Можешь считать, что твой отец умер. Я тебя простил, папа. Да не трогал я тебя. Хотя надо было. Потому что ты подонок и мразь. Ну и что я еще натворил? Ты брал деньги за операцию? У тебя умирала старуха, а ты в это время Арину в подсобке трахал. Хирург должен думать не о людях, а о хирургии. Кажется, так говорил первый ученик на курсе мой близкий друг Саня Ремезов. Я все время был
был рядом с тобой, почему ты молчал? Знаешь, сколько жизней ты загубил. А мальчика помнишь? Ты же убил ребенка. Да. Ты просто ошибся. Делал операцию и ошибся. А потом испугался. Вот как сейчас. Смотришь на меня и боишься. Ты хотел спрятать свою вину. И поэтому подослал меня, как всегда. И мне пришлось разговаривать с отцом ребенка. Вы же сами говорили мне, что операция безопасна. Почему он умер? Я должен знать, если есть виноватые, они должны быть наказаны. Сам их найду. Пусть я сдохну, но я найду их. Постойте. Постойте, вы правы. Видите ли, произошла врачебная ошибка. Возьмите. Я прошу вас, наказывать должен только закон. Почему же не сдал-то? Да. Я хотел, чтобы он заявил на тебя. Я хотел, чтобы меня выгнали из больницы, потому что кто-то должен был остановить все это. Но я не хотел самосуда. Все должно было быть только по закону. Я не знал, что Игнатов решит тебя убить. Кто такой Игнатов? Отец мальчика. Дай мне его адрес. Тебя это больше не касается. Скажи мне его адрес. Я обещаю, что ты меня больше никогда не увидишь. Я его все равно найду. Нам надо поговорить. Зачем? Скажите, после того разговора в больнице вы же не стали обращаться в милицию? Нет. Зачем? Вы решили сами наказать виновного. Слушайте, я его не убивал, если вас это интересует. Я встретился с ним, хотел посмотреть ему в глаза. Да, я хотел, чтобы Ремезов умер. А вы бы сами как поступили на моем месте? Поймите, он наказан. Сильнее, чем вы можете себе представить. Он живой? Прошу вас, давайте оставим все в прошлом. Все это для всех очень тяжело. Кому тяжело? Кому тяжело? Я все стараюсь забыть, а вы приходите и напоминаете мне. Я просто хотел убедиться, что... Все, убедились! Извините. Это Ремезов. Александр. Нам нужно поговорить.
Да, знаю. Хорошо, я буду. Подождите. Не надо. Я все равно не смогу тебя простить. Я знаю. Устал я. Домой пойду. Ничего уже нельзя изменить. И ничего нельзя забыть. Я уеду. Туда, где можно все начать сначала. Саня. Саня!
Спасибо.